Стул буквально горел подо мной. Каждый раз, как подо мной, когда я играю в эту игру. Но такой шанс упустить я никак не могу. Или, это шанс еще раз поговнить. Анохин-кун, вы нас за идиотов держите? Вот у меня третью серию такой вопрос. Я догнал Элли в коридоре. В коридоре я догнал на тембуретке посидеть. Ну да, а потом жопа. Смешно. Вау, ничего себе, у него прическа вообще, блин. Я себе такую хочу. Я не начинаю или начинаю? Давайте определимся, а потом будем разговаривать с девочками. Для меня все тоже в прошлом, если ты об этом. Это же не ты тут просто две серии подряд про лепестки сакуры нам просто все мозги затрахал. Нет, обида на него уже прошла. В конце концов, у каждого своя жизнь, своя работа. А почему мы на него обижались? Там сидит отсылка на Киану Ривза. Наконец-то рок-н-ролл. Наконец-то мы дожили, ребята.